Первого курса политехнического колледжа. Он без аплодисментов не выходит. Музыка нам нужна. Где же она? Музыку, пожалуйста. Малик, сделай фирменный фокус свой. И музыка не нужна. Ну все, это было его слабо, пока шутка. Ну что у нас там в радио? Руки? Yes, наконец-то это. Ну и где аплодисменты Малику? Что, каждый в зале так может что-ли делать? И теперь мы встречаем участника под номером 15. Это гость из Республики Гана, естественно, Квакова-Ваква! Меня зовут Кваку, я приехал из Ганы. Но там я учусь в Нефтегазовом университете. Но услышал, что тут идет конкурс мистер Нефтегаз. Поэтому я решил, чтобы принимать участие в нем. Но когда я приехал, я заметил, что многие люди в России не знают страну Ганы. Некоторые даже не знают, что Африка это континент. Они думают, что Африка это одна страна. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам про мою страну Гану. Видеоряд нам, пожалуйста. Республика Гана это государство в Западной Африке. Выходит в британское содружество к нации. Граничит на западе с Республикой Кот-д'Ивуар, на севере с Буркина-Фасо, на юге с Того, средняя годовая температура воздуха плюс 26 плюс 27 градусов Цельсия, плюс 27 плюс 32 градусов Цельсия. Самый холодный месяц август. Плюс 23. Глава государства и правительства, президент, избираемый на всеобщих выборах. Строго на 4 года. Пожалуйста, поднимите те, кто знает английский язык. Поднимите руки те, кто знает английский. Да, английский язык это мой государственный язык. Ну, я хочу сказать, что мне больше нравится русский язык. И как и другая
любая африканская страна, Гана, в первую очередь, привлекательна для туристов, интересующих природными достопримечательностями. Парки Гани привлекающие слонов, обезьян и другие. Но люди в Гане любят танцевать. Ну, сейчас я хочу показать вам. Таня Сарфакова, аплодисменты! Yeah.